Ну вот опять мы тут. Опять. Ну, Гриз, что скажешь? Когда захочешь лететь, дай знать. Я буду здесь. А это то же самое, что и в прошлый раз. Кэл, давай не сейчас. Окей. Да, вот это было уже. Еще разочек. Раньше я бы даже не стала возиться с мятежным сбродом. Но я еще одного джедая подавала. Знаю, что он здесь был. И за это все вы поплатитесь. Она единственная, которая Кэла назвала падаваном. Единственная. Все говорят, джедай, вот джедай, и джедай, вот это джедай. Он еще не джедай, он падаван. Да, умная. Трила очень умная, согласен. Я немного посмотрю, потому что огонь уже стих. Может, что-нибудь откроется? Нет? Ясно. Зря сюда шел. А здесь что? А внутри что-то горят? Все еще. Давай, давай, идем. Ничего тут нет. Как-то даже неинтересно, я бы сказал. Нет, нет, ничего нет. Чуйси и Комари нарисовали для себя маршрут к месту встречи с Тарфулом. Ну, я тебя все равно не понимаю, но... Рада, что ты в порядке. Прости, что не смог прибыть раньше, но я не забыл о Кашиике. Здесь опасно. Со уже ушел, так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мари остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена. Мари сказала, что вас разгромили. Но я не думал, что все так плохо. С Империей всегда так. Но ты еще можешь преуспеть со своей миссией. Я найду способ помочь вам. Ты и так немало сделал. Спасибо, Кэл. Да, и мы работаем бесплатно, да? Ну хорошо, идем. Кстати, теперь вот... Что? Ну ладно. Теперь вот здесь я могу попасть, да? Эй, Биди, пойдем. Нет, не сюда. Вот здесь что-то есть. Давай. Опа. Ну, здоровье или что? Что тут? Покинутый патрульный пост. Опасно это место, Биди. Эссенция силы. Вот как. Здесь паук. Не хочу с ним сражаться, боже ты мой. Давай сюда. Опа. Давай, давай, лезь, лезь. Ленивый ты наш. Пора в путь. Стой-ка. Минуточку. Надо посмотреть. Куда меня это приведет? А, мне недалеко надо. Я как раз тут и буду. Угу. Ну ладно, давай. Thank you.
Значит, нас этот генерал, назовем его, сбежал. Да, мы тут сражались. Опять появятся эти роботы и все такое. Как неинтересно. Ну ладно, тогда поехали. Ну, вроде бы никого. Да? Итак, я туда могу сохраниться, если хочу. А это еще работает, да? Да. Кстати, я теперь могу туда попасть. У меня же появилась способность. Ах, опять они тут. Я не упаду? Гэл, как слышно? Сэра сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириэна передала тебе координаты места встречи? Передала. Я уже в пути. Хорошо. Мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Примчусь как можно скорее. Да, мы сейчас попадем. Там какая-то летучая фигня есть. Ой, упаду я тут. Опа. Держись рядом, Биди. Они, похоже, быстрые. Ну и кто это? Такой. Ну давай, ну. А почему не работает? Ух ты. Давай еще раз. Упс. А что ты сканируешь? Отлично. Майкл. Угу. Ага. Обязательно переходите в контратаку после парирования. Ясно. Парировать и ударить. Больше ничего не надо. Окей. Нет, зачем мне это? Ну, вообще это не нужно. Итак, Трила там, когда мы отзвук слушали, там Трила... Там мишки были, какие-то животные. Что это за звуки? Кто это там такой был? А? А мне куда? Туда? А я дотянусь вообще? Еще разочек. Не понял. Прибежали и потом убежали. Черт, как вас тут много. Наверху! Окей, давай. Не сдавайся! Больше никому не помогать! Ну, следующий. Ну, иди сюда. Открыть залповый огонь! Так точно. Давай еще раз. Ну, давай еще раз. О! Сколько вас тут? Он убил нашего! Попадите по нему, наконец! Да-да, сейчас. Это все просто. Ладно, джедай, сразись со мной! Откуда ты взялся? Получай, джедай! Чуть не упал. Кто еще там? Боже мой. Давай еще разочек. Плевать. Ну а что тут? А здесь ничего. Ну ладно, я все понял.
Ничего тут нет. Вообще ничего. Ну почему никто никогда ничего нету? Хватит прятаться! А этот стреляет, да? Ух ты, это открыто. Это как? Давай. Не хочешь проверить? Есть. Давай-ка посмотрим. Да, следующее говно. Ну и? Я нажимал, и ничего не происходит. Или это лифт какой-то? Да, это лифт. Я слышу. Да, буду знать. Хорошо. Я вижу тебя, Джедай. Я не сдамся. Так себе противник, конечно. Давай, открывай. И теперь мы будем здесь, да? Ну, как знать. Даже не знаю. Беги, подкинь Стим. А если я поднимусь наверх, где я попаду? Я здесь попаду. А есть смысл тут быть? Это что? А вот это что? Идем. Мари, как слышно? Я у теневых земель, рядом с упавшим шагоходом. Это Со его подбил при отступлении. Он с тобой? Нет, больше нет. Поговорим об этом, как вернешься. Со сбежал. Что там? Беги. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Ну и что это тут такое? Да, мы знаем, что это такое. Я уже читал. О, улиточка. Давно не виделись. Кто? Вот зараза. А как мне туда попасть вообще? У меня нет минуты. Что? Ну, давай. Да ты достал уже. Все. А мне их не достать, да? Или достать? Блин. Фу. Я могу вниз полететь. Ясно. Как-то здесь... Что? Что опять? Это поселение какое-то? Дом Вуки. Ну окей. Я отсюда пришел. И здесь ничего нет. Как всегда. А улитка жива, кстати.
А теперь нет. Не сюда, да? Ну ладно. Ух ты, какой долгий-долгий путь. Там ящик. Ух ты, сразу нам сюда. Давай посмотрим, что там за бесполезный ящик. Почему стимы не дают? Достало уже. Ага, вот сюда. Хорошо, беги. Что это? Материал светового меча. Опять. Мне интересно. Там что-то есть. А я могу под воду? Не могу. Я помню из фильма, что бывали такие устройства, чтобы под водой могли дышать. Я просто посмотрю немного, что тут. Еще один бесполезный ящик. Окей. Эй, беги, посмотри тут. Ну и что это? Муфта, здорово. Этого я и хотел. Зараза. А здесь я могу что-нибудь найти? Вот тут вот. Нет. Слишком толстый. Ну давай, давай. Идем. Ну. Опа. Медитация. Враги вернется. Не буду. Бластер, да? Продвигаемся! Мы почти в теневых землях! Отступление партизан. Империя вынудила партизан бежать в теневые земли. Надеюсь, им удалось туда добраться. Конечно, удалось. Привет. Ну, взорвись. О, здорово. О, он кусается еще, зараза. Дерьмо. Еще один. Ну, окей, идем. Не знаю, что мы тут ищем, но... Да-да. Вижу я тебя. Давай. Следующий. Бесполезные они. О, яйца много. Чем-то пахнет. Кровью. А вот эти пахнут, да? Нет? Густой лес, согласен. Ну это я так понял. Это так ясно. Это кто? Оно ничего не делает. И убить не можно. Да тут весь лес живой. Да, весь лес. Сканировать хочешь? Ну давай, сканируй. Или он мертвый?
Ага, он мертв. Давай, сканируй. Челюстянка. Челюсти можно разрезать световым мечом. Если вы попались, вас спасут сила и сила. Используй силу. Окей, так и сделаю. Не туда или туда? Куда мне? Что карта показывает? У меня есть два пути. Этот путь обратный. Почему-то. Тогда... Постой-ка. А здесь ничего не показано. Давай сюда. Да пошли вы все вон. Это не обсуждается. Покинуть Кошейк — наш единственный шанс на выживание. Я не оставлю Вуки. И приму всех, кто не хочет улетать. Тогда останешься здесь. Отряд, выдвигаемся! Идем. Мы найдем Тарфала. Со, он трус. Буду знать. Цветы, которых нельзя убить. Давай так. Не работает. Отвянь. А наверху я мог подняться или нет? Да боже мой! Отвали! Бесполезный цветок. Да, могу. Пойдем, Биди. Биди, ты куда? Ты где-то ушел? Что он делает? Новое семя! Надеюсь, Гриза они не напугают. Они станут живыми. Бесит, когда неясно, куда идти. Мне туда надо, конечно. Я сюда тогда посмотрю, что это. Ух ты, какой он ловкий. Неплохо. Ну да, вас тут много. Ой! Я совсем слаб, сиди. Опа! Ну и что тут? Что-то в этом месте, оно для них священно. Священные теневые земли, что это? Священные для Вуки. Убежище, одно из немногих мест, свободных от Империи. По крайней мере, так было раньше. И это все? Ну, так себе вариант. Опа. Да, отвалите. Жив! Враг ликвидирован. Сейчас нельзя. Что нашел? Грибоцветы считаются деликатесом. Еда. Ладно. Покажи, что ты умеешь.
Сейчас. Я не успел показать, ты уже умер. Ну что поделаешь, жизнь она такая. Улиточки, я не пропаду вниз. Выглядит так, как бы я упаду. Нет. А где я? Это ловушка, что ли? Серьезно? Неплохо. Беги, давай, Стим. Ну иди сюда. Да, очень опасные. Да, интересный приемчик. О, партизан один. Бедный. Им там не прорваться! Всем частям отступать! Мы вас прикроем! Без нас они ничего не могут, да? Грустно. А это что такое? Это вход? А, давно это не было. Даже очень. Блин. Видел что-то подобное. И я нет. А там есть что-нибудь? Ничего. Вообще ничего. А вот это что такое? Блин. Кто они? Ух ты! Не ожидал. Это даже весело. Давай еще разочек. Мне понравилось. Ну давай. Опа! Интересно. Это такая практика, да? Ну окей. Ой. Давай, Стим. Нет, конечно, бесполезный ящик. Ага, вот сюда. Что там, беди? Там ничего интересного. Новый материал для... Медитация. Да, мне уже нужно сделать медитацию. Потому что здоровье очень быстро кончается. 2 очка есть. Подождет. Пока хватает. Ну и где я? Куда мне? А зачем вот это вот? Что это значит? Ну, я побегу, ну и что? А что с того? Непонятно. Постой еще немного. Я
Ну, не туда, потом тут. Ага. Давай. Отвали. Не сюда. А туда не добраться никак? Серьезно? Блин. Ну и ладно. Поплыл я. Надеюсь, никто на меня не нападет здесь. Конечно, нападет. Идет. Ой. А я упал. Нечаянно. Ну иду я к тебе, иду. Да вы достали уже. Следующий. Где следующий? Вот этот. Плевака. Да, очень страшно. Бесполезный. Как много проходов. Даже не знаю, куда идти. Но это что? Эти деревья. Здесь повсюду сила, я это чувствую. Конечно. Духовная связь. Между Вуки и их лесом была особая связь. Я не помню, что Вуки использовали силу, но связь есть. Они другие. Ну ладно, идем. Я могу пойти куда? Что опять? Легочница, не знаю. Давай сюда посмотрим. Опа. Да ты достал. Как много всего тут, боже мой. Тарфул лечит. Это же... Это он! Тарфул спас их. Это очевидно, даже не надо смотреть на это. Ну и теперь вопросик. Я могу туда забраться, если я так спрыгну? Давай. Нет, не удалось. А почему? Это невозможно? Давай еще разочек. Давай, что? Нет, не допрыгну никак. Блин. У нас путь только один. Вот тут. Стойка. Там что-то есть. Как туда попасть? Непонятно. Пока что непонятно. Мне куда-то туда надо.
Там вот мы должны встретиться с Тарфулом. С Тарфулом. Давайте посмотрю тут. Ну там спрятано это. А куда мне прыгнуть теперь? Не понял. Умники. Ну, я сюда попаду, а потом... А потом где? Куда мне? Через это? Ну, нет. Я так не думаю. О, глупые. Вот, стоит. Постой-ка. Ну, там была эта сила. Как ее взять? Нет, обратно хочу. Постой-ка. У меня вопрос. Возник. Здесь прохода нет. А вот тут нам показывает, что я могу это взять. Здесь вода или... Блин, не вижу. Да, это вода. Это под водой. Сверху невозможно. Ну, наверное, я должен как-то получить эту способность под водой. Наконец-то как-то там попасть. Нужно это устройство. Как в фильмах бывает. Да вот я нажимаю, почему не работает? Ничего себе. О, ящик под водой. Ну все ясно, я должен под водой как когда-нибудь попасть. Ну ладно, еще раз. Ничего страшного. Нажимаю, не работает. Бесит. Ну, блинчик давай. Ну, блинчик. Сила! Ну, черт! Вот бесит. Ну окей, давай. Покажи свою силу. Опа! Здрасте. Вы прорвались. Это вождь Тарфул. Я здесь по заданию Эна Кордовы. Он искал артефакт Зефа. Найдя его, мы сможем спасти джедаев. Кордова обрел мудрость на вершине первого древа. Ищи ответы там. Большое. Даже не знаю, откуда начать. Что ж, возможно, ты найдешь путь через корневую систему. Но большая его часть под водой. Возьми эту маску. О, наконец-то! Так и думал. Работает? Спасибо. Что вы собираетесь делать? То, что можем. Продолжать бой. Удачи. Надеюсь, увидимся. Новая подводная маска, боже мой. Следуйте новой области под водой. Окей, так и сделаю. Что произошло между тобой и Со? Мы с ним не сошлись во мнении. Он думает, здесь мы проиграли. А ты? Я не оставлю Вуки совсем одних. Что если Со прав? Что если Кашиик не отвоевать? Империя зиждется на страхе и безразличии. Объединяясь, мы бросаем вызов ее существованию. Война далека от завершения, но важно продолжать сражаться, даже если исход неизвестен. Ладно. Под водой, значит? Угу, под водой. Там было... Это будет долго. Даже очень. Где веревка? Ясно. Ну окей, пробую. Удерживайся, чтобы попасть туда. Ух ты.
А воздух кончается или нет? Давай, открывай. Где-то должен быть вход, чтобы взять... Вот, нашел. Вот туда. Странно, что под водой ничего нет. Да, вот тут. Очень хорошо. Здесь укрывался Вуки, оплакивая утрату старейшины. Ритуал скорби Вуки. Ясно, это просто ритуал. Окей. Так, на другой планете, где была эта... корабли крушения... Там тоже под водой были эти бесполезные ящики. Не хочу туда вернуться. Хорошо, беги. О, рыбки. Что, сканировать? Что ты тут сканируешь? Ну, давай. Где? Ну, сканируй уже. Ну. Ну, тут было. Ой, зараза. Вот тут он что-то сканировал. И говорит даже что-то. Ну. Ты меня бесишь уже. Ну вот тут было же. Ну. Зараза. Ну вот, здесь, ну. Ну, вот тут. Ну было же. Достал. Ну. О. А, он там сканирует. Боже мой. Это кто? Корабль какой-то. Как боевой штурмовик Республики. Вооруженный транспорт. Черт, обманули меня. Здесь вход. Давай карту. О, карта не работает под водой. Тоже интересная мысль. Ну ладно. Не знал такого. Под водой сражаться я вроде бы не могу. Здесь ничего не вижу. Ничего нет. Давай всплываем. Давай, поскорее. Пусто. Фу, искупались, помылись. Очень хорошо. Ну окей, давай. Блинчик. Давай, бей его, бей, давай. Покажи свою силу. Ну, хорошо бьёт. Вот тебе. Двойной. Отвалите. Не успел. Вот и все. Ой. Чёрт.
Не попал. Да, опасно. Давай еще разочек. Ну-ну. Кислота или что это? Да, отвянь. Достал. Вот там. Какой-то особенный ящик. Как его взять? Ну я не допрыгну, да? Или допрыгну? Постой-ка. Еще разочек. Да-да, сейчас. Вот, это Стимки. Отлично, беги. Это нам очень поможет. Наконец-то. Как это, этого я ждал? Пять теперь будет. Да, вот это находка. Это очень здорово. Мне это очень пригодится. Да, когда мы исследовали этот там корабль на Зефа, да? Вроде бы. Да, на Зефа, где были корабли. Корабль крушения. Там тоже был такой ящик, я помню. Но я не знаю, как туда добраться вообще-то. Давай. Опа, как обезьянка. Опа-па. Фух, устал уже. Надо бы как-то сохраниться. Первое озеро. Даже Тарфул не мог их сдерживать. Они не остановятся, пока всех не уничтожат. Что это? Опять цветок, что ли? Сова. Ненавижу их. Может тянуться в сторону поблизости жертвы. Угу. Он защищается от режущих ударов, в том числе и световых мечом. А вот это плохо. Ну ладно. Давай. Что тут? У Звездных войнах под водой были очень страшные чудовища, я помню. Просто ужас. Да, были. Ну ладно, идем. Не-не-не-не-не-не. Пошел вон. Пошел в жопу. Не хочу с ними ничего делать. Ладно. Постой-ка. Нет, вниз. Пошли вон. Отвяньте. От этих штук мурашки по коже. Эй, ну что ты говоришь? Фу. Да, мне тоже они не нравятся, если честно. Надеюсь, тут их не будет. Зараза. Да сколько вас тут? Враг на подходе! Если он уйдет, команда нас убьет! Где он? Стреляю по врагу. Мы тебя убьем. Окей. Вот тут что-то есть, вижу. Мне как-то туда надо попасть. Сейчас.
Давай, давай. Ну да, это бесполезные ящики. Я знал, что ты туда рванешь. Что там у тебя? О, я в норме. А что тут? А тут ничего. Вообще ничего. Ладно. Давай туда. Ну и что опять тут? Есть данные о местонахождении генерала Буке. Пошли. Имперские щейки? Отряд, выслеживающий партизан и Вуки. Они охотятся за Тарфулом. Давай, давай, поплыли. Ну, я отсюда пришел, туда не попасть. Это так ясно. Постой-ка. Если я упаду, я больше не вернусь? Или вернусь? Непонятно. Да ты издевайся. Ну давай. Ну, попробуем. Давай скорее. Опа. Опять вода. Ну не знаю. Там кто-то есть. Там рыбки. И бесполезный ящик. Ну давай возьмем, ну что? Что? Надо? Что там, Биби? Мир и справедливость. Новый эмиттер. Постой-ка. А что тут? Я могу подняться. Или... А я сюда могу попасть? Вот сюда. Нет, не могу. А мне показалось, что тут что-то есть. Боже мой, какой ты... неповоротливый. Давай отсюда пошли. Все, надоело. Красиво. А куда мне? Постой-ка, я не вижу путь. Путь наверх? Как думаешь, если бы мы не вмешивались, империя бы также обрушилась на Кашиик? Джедаи должны быть символом надежды, а я привел сюда Инквизицию. Мари и Тарфул доверились мне, а я снова подверг их опасности. Да, так и есть. Это все ты. Это ты и все. Из-за тебя все погибли. Ну ладно, сохраним диадот. И продолжим другой замечательной серии. 3 очка. Уже 3. Ох, 5 стимов. Знаю, где есть еще один. Но как его достать, неизвестно пока.
Окей. У меня 3 очка. Что это? Переспал больше здоровья, еще больше. Это что? Мощный толчок. Бать. Даже такого я могу сбросить. Удерживайте притяжение, чтобы Кел мог притягивать и удерживать большинство врагов. Это как? Давай, покажи. Ух ты. Ну давай посмотрим. Фигня, фигня, не нужно, спасибо. Конь Стимов целиком восполняет индикатор силы. Бесполезно. Максимальный запас силы. Вот это надо, сила надо. Сила и здоровье надо. Очков надо, ну. И очков надо. Но я забуду. Забуду. Это что? Это бесполезный пинок. Это что? Это что? Боже мой. Удерживайте. Особая атака. Как интересно. Эта особая атака меня заинтриговала. Еще надо или это, или силу еще. Где это было? Нет, это нет, не это. Нет, нет, где? Постой-ка. Мощный толчок. Нет. Увеличивает дальность броска светового меча. Нет, нет. Вот это надо. А вот это что будет? Нет. Половину здоровья я восполняю стимами уже. Сила нужна. Все. Неплохо получилось. Очень даже неплохо. Ну что? Как я говорил, продолжим в другой серии, да? До скорого.